Я считаю нас, молдаван, замечательным народом с богатой культурой, традицией, замечательной историей. Но некоторые из нас любят говорить о себе плохо. Мы говорим, вот какие мы нехорошие, какие мы некультурные, а вот там на Западе какие хорошие, какие культурные. И в последнее время можно наблюдать, как все чаще говорится, особенно городским начальникам, о том, что, дескать, в Тишиневе пригородах грязно из-за низкой культуры горожан и жителей муниципия. Мол, мусорят. Нет урн, нет завершенной системы сбора и утилизации мусора. Вот и мусорят. Чисто не там, где мусорят, где не мусорят, а там, где убирают. И бытовая культура горожан совершенно ни при чем. У нас культурный, нормальный, воспитанный народ.